Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Джин Грифс и Трэвис Брэдбери с книгой «Эмоциональный интеллект 2.0». Неделю назад мы с вами обратились к фундаментальной книге Даниэла Гоулмана «Эмоциональный интеллект». Книге, которая, собственно, зародила дискуссию относительно важности не только IQ, интеллекта рационального, но и EQ, интеллекта эмоционального. Гоулман писал свой труд еще в 1995 году, а спустя 14 лет в 2009 Грифс и Брэдбери издают «Эмоциональный интеллект 2.0». И да, это не тот Брэдбери, который вино из одуванчиков, а вовсе другой, основатель консультационной компании TalentSmart. Он основал вместе с Грифс эту компанию. И, собственно, как и Гоулман, эти два автора, Брэдбери и Грифс, построили успешную карьеру вокруг изучения и имплементации правил относительно эмоционального интеллекта в быту, на работе и в бизнесе. В книге они рассказывают об основных составляющих EQ, а именно самосознании, самоконтроле, снова мы будем говорить о эмпатии и навыках отношений, которые они называют социальная ловкость. Получать то, чего необходимо с наименьшими затратами. По их мнению, лидерство и эффективность индивида как личности напрямую зависит именно от гармоничного сочетания вот этих всех составляющих. Книга, в общем-то, будет полезна всем тем, кто боится эмоционального выгорания и знает, что это такое, а также хочет улучшить свои взаимоотношения с окружающими или повысить лидерские качества. Тут еще важно отметить, что некоторое время я сомневался, стоит ли включать книгу в список 10 фактов 3 задач, потому что дополнительной полезной информации, если вы уже прочли «Эмоциональный интеллект» Гоулмана, здесь, по моему субъективному мнению, будет не больше 25-35%. Но, во-первых, это тоже немало. А во-вторых, книга все-таки более современная. Ее русскоязычное издание увидело свет в 2017, поэтому с точки зрения актуализации данных о эмоциональном интеллекте, она вполне имеет право на существование. Хотя бы вот в формате этого 20-минутного быстрого обзора, чтобы вы могли принять для себя решение, стоит вам читать ее или нет. Про вино. Если вы слушаете подкаст не впервые, то знайте, что сейчас должен раздаться звук открывающейся пробки, потом вино польется в бокал, а дальше я его пью вместе с книгой, потому что нет ничего лучше хорошей бутылочки вина и хорошей книги. Не в этот раз. Раннее морозное утро 30 января, оно больше располагает к горячему капучино. Поэтому вина не будет, но причвякивание, привякивание, вот эти все, как справедливо заметил один из комментаторов, вещи, все равно будут. Итак, очень быстро, эмоциональный интеллект 2.0. В основных фактах, какими он мне запомнился. Эффективность работы зависит от количества задач. Все мы с вами верим в то, что для достижения успеха нужно много работать. Чем больше задач мы решаем на минуту времени, тем больше дел мы переделываем, тем более успешными мы становимся. Правда? Вот авторы считают, что нет. Обилие задач, оно снижает качество работы, и мозг не способен эффективно работать над двумя и более вопросами. Некоторые авторы и исследователи говорят, что там вы можете удерживать до каких-то 3-4-5 направлений. В этой книге говорится о том, что две задачи – это максималочка. Мультизадачность, вот вообще, если подумать, мне кажется, что это бич современной бизнес-культуры. Потому что мультизадачность и синдром постоянной усталости – это вот то, что доктор прописал. Но если предположить, что классики были правы, и добравшись до финиша, ты как бы должен кайфануть от того, что ты делал, какой ты путь прошел, то сильно ты кайфанешь от того, что закрывал по 6 задач в день, и даже когда язва открылась, вышел на полдня перед операцией чуть-чуть поработать. И баланс между эффективностью и счастьем как раз вот в том, чтобы научиться не взваливать на себя больше, чем тебе комфортно, и вовремя останавливаться и выдыхать. Извинения – полезный ритуал. Есть люди, которые считают извинения уделом слабых. И, к сожалению, наверное, таких большинство. К сожалению, во второй раз, такие взгляды навсегда отнимают способность понимать, в каких ситуациях
Стоит, а в каких ситуациях не стоит извиняться? Уместные извинения всегда приносят пользу, по мнению Брэдбери. Извиниться, вообще, почему культура извинений так не развита у нас с вами? Потому что, как мне кажется, извиниться – это значит признать свою неправоту, а признать свою неправоту – это значит расписаться в том, что ты был глупее твоего вот этого ситуативного визави, с которым, перед которым ты сейчас извиняешься. Никому не хочется быть глупее, никто не хочет понять причины поведения другого человека, и поэтому уперто, даже в том случае, когда не прав, не хочет извиняться. Если вы научитесь вот этому полезному ритуалу именно уместных извинений, это всегда будет приносить пользу. В том числе в том, чтобы управлять взаимоотношениями. По мнению авторов, эмпатия и работа над внутренним дискомфортом – это вот главный секрет управления любыми взаимоотношениями. Значит, для того, чтобы избавиться от чувства дискомфорта, вы должны понять чувства других людей, мотивы их поведения без попыток их изменить. Это справедливая история как про личные взаимоотношения, так и про взаимоотношения в каком-то из коллективов. Если у вас есть возможность менять людей или как-то влиять на них, 99% из нас будет пытаться переделать под себя человека, который рядом с ним, будь то подчиненный или любимый человек. Если вы, в том числе для того, чтобы заглушить какой-то свой внутренний дискомфорт. Если вы умеете преодолевать этот дискомфорт, то и не пытаться изменить человека, то все будет очень хорошо. Как и у Голмана, все начинается с эмпатии. Эмпатия – это способность к сопереживанию. И на прошлой неделе, если вы еще не слушали этот подкаст про эмоциональный интеллект Голмана, то можете найти его у нас на канале и потратить 20 минут для того, чтобы понять, там чуть больше про это говорится. В общем, мы говорили о том, что не показательная заинтересованность делами другого человека, а вот именно искренний интерес того, как, что и почему происходит с другим человеком, это и есть проявление эмпатии. И учитывая сегодняшний ритм, учитывая обилие информации, которая нас окружает, обилие дел, которые мы пытаемся, вот эта мультизадачность, которую мы стараемся закрывать, соответствовать и быть успешными и эффективными, то проявлять эмпатию все сложнее. И поэтому ее вес удельный во взаимоотношениях все более ценен. Научитесь синхронизировать эмоции и тело. И наблюдайте за другими людьми для того, чтобы понять, как это происходит. В общем-то, эффективный человек, по мнению авторов, способен управлять собой, и он обязательно обладает навыком синхронности. То есть соответствие языка тела и эмоциональной тональности ситуации. Неспособность взять под контроль собственное тело, по мнению Брэдбери, это и есть точный индикатор того, что эмоции захватили власть. Одна, наверное, из самых таких свежих и интересных мыслей в этой книге относительно того, что эмоции всегда находят выход через физическую оболочку. Поэтому, если вы находитесь в каком-то хроническом состоянии эмоциональном, там, счастье, страх, гнев, это будет заметно. И у этой медали есть обратная сторона. Присмотритесь к своим коллегам и поймите, что некоторые из них законченные шизофреники, судя по тому, как они ведут себя за обедом. Ну, это шутка, но к коллегам все равно присмотритесь. Не копите эмоции ошибок. Каждая ситуация особенная, ну, правильнее, наверное, сказать. В общем, смотрите, людям свойственно винить себя за каждую ошибку, и это влечет к стабильному преувеличению имеющихся проблем. То есть вы как бы накапливаете свои ошибки. Начните относиться к каждой ситуации как особенной, и в этом случае не придется казнить себя за промахи, а значит и масштаб проблем перестанет казаться таким огромным. И вот, наверное, правильнее было бы заголовок сделать в том, что каждая ситуация не только особенная, но еще и обособленная. Суть этого тезиса в том, чтобы мы обнуляли ошибки после того, как они случаются. Когда вы извлекаете из ошибки опыт, так называемый сухой остаток, и убираете эмоцию и идете дальше, это и есть успешная история. Недаром классик еще говорил, что опыт – сын ошибок трудных. Именно трудных, поэтому давать им накапливаться в эмоциональном плане и влиять на ваши поступки в будущем нельзя ни в коем случае. Потому что каждый опыт – это какой-то трудный пройденный жизненный путь. Его нужно как бы задокументировать у себя в голове, именно сам опыт, чтобы он влиял в дальнейшем на ваши поступки и на ваши действия. А вот эмоции документировать не нужно. Их нужно обнулять, обосабливать и избавляться от них, для того, чтобы, особенно если это эмоция ошибки, для того, чтобы она не накапливалась и не влияла на вас
В будущем научитесь говорить сами с собой. Это важная история, потому что, в общем-то, эмоции порождаются мыслями. Это второй интересный тезис, с которым я столкнулся в этой книге. Не только за градус накала в эмоциональный момент отвечают наши мысли, а и вообще за общий эмоциональный фон. То, как это особенно, наверное, женщины хорошо знают, как мы умеем себя накручивать в каких-то ситуациях. Это же как раз и есть внутренний диалог. Вот предшествует этому состоянию. Вы сначала разговариваете сами с собой, интерпретируете какие-то вещи, которые вас окружают, действия, поступки, события, и потом разгоняете у себя с помощью мыслей это в голове, и это все выливается в какое-то эмоциональное состояние. Так вот, чтобы эффективно справляться с такими ситуациями, авторы рекомендуют научиться контролировать процесс диалога с самим собой. Это позволит концентрироваться на правильных вещах, не распыляясь на второстепенные. Но тут, как и у Голмана, существуют такие тезисы, которые легче озвучить, чем сделать. И, конечно, я бы очень тоже хотел контролировать, значит, процесс диалога с самим собой. Но как это сделать в момент, когда ты закипаешь, на этот вопрос книга почему-то мне не дала ответа. Может быть, у вас получится прочитать ее чуточку лучше. Нельзя игнорировать эмоции. Ну, это понятно. Значит, избегать каких-то чувств в момент времени можно, но с точки зрения долгосрочной перспективы это абсолютно опасно. Вы должны уметь прочувствовать эмоцию, попытаться разобраться с ее причинами, почему она появилась, и, в общем-то, понять, что с этим делать дальше. Это, что самое важное, необходимо в случаях даже небольшого дискомфорта, если у вас есть какая-то скука, неразбериха в мыслях, и вы думаете, что это не имеет еще пока никакого значения, знайте, что это зарождение гораздо более больше эмоций или гораздо больше, более тревожного состояния. Игнорировать или снижать важность эмоций – это, по сути, отбирать возможность у себя сделать что-то со своими чувствами, сделать что-то продуктивное. И вот удивительная вещь. В разных эмоциональных состояниях мы проводим практически 100%, ну там 70% жизни, поскольку спим безэмоционально, и то нам что-то снится, и мы там можем ногами дергать, а 100% бодрствования проводим в каких-либо эмоциональных состояниях. Но тем не менее, ни школа, ни высшая школа, ни университеты, никто, если только это не какое-то профильное образование у вас, медицинское или околомедицинское, никто не учит нас, что делать, когда хочется плакать, или можно ли быть счастливым 24/7, а гнев это нормально или нет, как отпустить раздражение, злость, страх, обиду. Между тем, может быть, это было бы одним из основных наших знаний и заданий на жизнь, потому что вот игнорирование эмоций означает как раз безразличие к ним и неумение разбираться в том, что с вами происходит. А рано или поздно это обязательно приведет к взрыву, а в моменте это точно не сделает вас счастливым. Ну, то есть вы, может быть, и станете счастливым, но скорее не благодаря, а вопреки. Будьте доступны и открыты. Это вот та самая социальная ловкость. Улучшайте качество связей. Ну, да, ребята из американского нонфикшена изменили бы сами себе, если бы не вставили тезис о том, что, в общем-то, социальные связи, и нетворкинг, и вот это все очень важно, поэтому будьте доступными для того, чтобы улучшить качество ваших социальных связей. Чем проще вас найти, тем больше полезных знакомств будет происходить. Открытость – это второй важный навык, и управляйте и доступностью, и открытостью, тем самым вы сможете эффективней распоряжаться вашими знаниями, информацией о вас, и сможете быть гораздо более успешным, эффективным. Я сейчас вот этот тезис проговаривая, вспомнил, что буквально утром сегодня, пролистывая новостную ленту, наткнулся на новость, ну как бы не новость, а рассказ ютубера, который снимает, в общем-то, ролики про успешных и эффективных только ради того, чтобы с ними там знакомиться, заводить с ними отношения, в общем, быть рядом с теми, кто любит парашютный спорт, если знаете такой анекдот. И он попал в такую ловушку, что создание этих самых роликов занимает у него, ну и вообще ведение канала занимает у него 100% времени, и вроде бы все идет хорошо, и связями он обрастает, но у него категорически не хватает времени на то, чтобы эти связи теперь где-то применять, и, в общем-то,
Он породил гору, которая его в скором времени и съест. Уже ни о каком нетворкинге речь не идет. Он забыл, зачем это надо делать. Это все только для того, чтобы создавать контент, а не для того, чтобы выстраивать вот те самые социальные связи, быть доступным и открытым. Не делайте так. Помните, что эмоции повсюду. Вот. Остановитесь на секунду, посмотрите на этот слайд, и если молодой человек заставит вас немножко улыбнуться, то уже здорово. Те самые 100% времени бодрствования вы проводите в какой-то эмоции, и люди, окружающие вас, тоже эмоционируют. Поэтому это и есть. Вот я поэтому вторую неделю подряд уже и рассказываю вам про книги, про эмоциональный интеллект, и, наверное, еще буду чуть-чуть рассказывать, потому что считаю, что это важно по причине постоянного контакта с эмоциями, как со своими собственными, с внутренним миром, так и с эмоциями окружающих людей. И, к сожалению, нас никто не учил тому, что эмоции повсюду, и не учил нас, что поскольку они сопровождают нас постоянно, то владение эмоциональным интеллектом пригодится каждому. Спорт, работа, совместный отдых с семьей, походы в магазин, уборка. Все это рутина, но даже она предполагает нахождение внутри насыщенного потока эмоций. Чем эффективней мы с ними будем справляться, тем счастливее, наверное, будем. Ну и помните, что вы живете здесь и сейчас, в этот самый момент, пока я отхлебываю капучино и рассказываю вам про упор на настоящее, оно-то как раз и случается. Очень часто мы не можем концентрироваться на настоящем, потому что на нас постоянно влияет прошлое и будущее. Я когда-то своим друзьям рассказывал, назвал это таким громким словом «концепция». Концепция сиюминутного счастья, которую я сам себе придумал, но, в общем-то, ее суть заключается в том, что перестаньте ожидать счастье и перестаньте вспоминать счастье. Постарайтесь, это я, в общем-то, на себе прочувствовал, это очень сильно работает, когда ты в какой-то момент становишься счастливее от осознания, счастливее, да, от осознания того, что тебя ждет. Ну вот ты, например, там пошел бегать, и когда бегаешь, думаешь о том, что сейчас ты придешь и примешь душ, и у тебя будет такой насыщенный день, и много всяких задач, и от этого ты счастлив. Вроде бы норм. Чуть хуже, когда ты, например, пошел бегать и думаешь, что ты был счастлив вчера, когда к тебе пришли друзья, выпили вино, играли в какие-то игры, в настолки, а сейчас ты не так счастлив, потому что, ну, все-таки две бутылки вина за вечер уже многовато. Так вот, концепция сиюминутного счастья говорит о том, что когда ты с друзьями был вчера вечером, нужно было быть счастливым тогда. Когда ты бежишь, то будь счастлив именно в моменте бега. А когда ты придешь и будешь принимать душ, будь счастлив в душе, максимально растворяйся в моменте. Не знаю, может быть, для многих людей это покажется очевидной вещью, но для меня вот эта самая концепция сиюминутного счастья здесь и сейчас стала отправной переломной точкой, когда я стал задумываться над тем, что происходит с эмоциями, и стал интересоваться эмоциональным интеллектом и в том числе этими книгами. Поэтому становитесь чуточку счастливее здесь и сейчас, в этом самом моменте, когда будете слушать три задачи из книги. Очень быстро мы так пробежали 10 основных фактов. Задачи я всегда записываю в букнот. Букнот – это блокнот для осознанного чтения, который мы придумали у нас в «Читай быстро», бла-бла-бла. Вы наверняка это все слышали 10 тысяч раз. А если вы слышите это первый раз, то лучше вместо того, чтобы меня слушать, почитайте, пожалуйста, на сайте буква.инфо о том, что такое букнот. Если в двух словах, это такая штука, которая позволяет структурировать любую информацию из книги. Сначала вы записываете факты, а потом на основе этих фактов формируете задачи. Задачи помогают вам извлекать максимальную пользу из книги, потому что у вас остается не просто какое-то знание, а, во-первых, практическое применение и закрепленное знание, а во-вторых, какой-то реальный результат от того, что вы прочитали книгу. Можно записывать факты и задачи не в букнотах, где угодно, но важно это делать для того, чтобы мозг получал сигналы о структурированности и о том, что задача отложена, а потом будет когда-нибудь реализована. Мои три задачи по этой книге, значит, первое, язык тела, следить за тем, как ведут себя окружающие, немножечко следить за собой. Второе, заставлять себя эмоционально обнулять ошибки, возможно, с помощью медитации, спорта или алкоголя. Но лучше медитации, да. И третья задача – это сделать обзор книги Сьюзен Дэвид «Эмоциональная гибкость. Как научиться радоваться переменам и получать удовольствие от работы и жизни», чтобы рассказать вам, в общем-то, о комфортных тормозах, о жизни без страховки, о том, что у вас нет времени ждать, чтобы быть счастливым. Ну, еще для того, чтобы на этом закончить трилогию
обязательных книг, обязательных, по моему мнению, книг о эмоциональном интеллекте, о том самом интеллекте, про который ни родители, ни школа, ни высшее учебное заведение с нами не разговаривают. А тем не менее, мне кажется, это достаточно важным. Это был проект «Читай быстро», буква.инфо. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, палец вверх, пишите комментарии, обязательно пишите, что не нравится, ставьте лайки комментариям про то, что не нравится, подписывайтесь на комментарии, в общем-то, все то, зачем вы приходите на YouTube, все вот это вот сделайте, пожалуйста. Потом проверьте скорость чтения у нас на сайте буква.info/rapid, там вам дадут один из 50 текстов, потом дадут 10 вопросов по этому тексту, вы на них ответите и получите сертификат со скоростью и осознанностью чтения. Если захотите больше узнать о блокноте для осознанного чтения, букноте, или о рабочих тетрадях, или о смарт-конспектах, которые мы делаем, нужно будет, кстати, про смарт-конспекты записать отдельный, наверное, как-нибудь подкаст, то тоже приходите к нам, в общем-то, на сайт буква.инфо. Ну и в Инстаграме давненько мы ничего не разыгрывали, но обязательно будем, поэтому подписывайтесь. Это был проект «Читай быстро», буква.инфо. Больше вам хороших книг в 2020-м. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего дня. Пока.